Население Северного Казахстана потребляет около 18 тысяч тонн хлеба в год. Большая часть его производится на местном комбинате. Пекари работают круглые сутки, чтобы у жителей на столе всегда был свежий хлеб. На комбинате побывала наша съемочная группа. Поставки хлеба в магазины области должны быть своевременные, отмечают сотрудники комбината, поэтому работники трудятся здесь без остановки. Зульфия Есмагамбетова проработала на предприятии 14 лет. Считает, что для того, чтобы испечь вкусный хлеб, необходимо готовить с любовью в сердце. В пекарне мы печем 40 разных видов хлеба. Готовим 3 тонны теста на одну смену. К примеру, сейчас мы готовим чешский хлеб. Конечно, работа непростая, но мне очень нравится, ведь мы заботимся о здоровье людей. Тесто, которое выходит отсюда, помещается в форму и отправляется в духовку. Готовая продукция загружается в транспорт и отправляется на прилавки магазинов. Ежемесячно на предприятии производят 600 тонн хлебобулочных изделий для жителей Петропавловска. Хлеб я покупаю каждый день. Я благодарна людям, которые его пекут. Он очень вкусный. У самой времени нет. Много времени уделяю семье и работе. Мама троих детей постоянно рассказывает малышам, с каким трудом пекут хлеб. Каждый член семьи Шаймерденовых хорошо знает, как именно этот продукт попадает на их домашний стол. Наталья Итова, Эльмира Коленова, Ерлан Калиев. Служба новостей.